Хороший такой, да, окунек. Плотвичка. Угу. Такая красота. Сегодня. Угу. Такая хорошая плотвичка. Клюет хорошо, Санек. Вот еще что-то крупненькое. Да, не, окунь. Чуть-чуть покрупнее, он же чувствуется, что оно. Бляха. Ё-моё, полностью мормышку заглотил. Аж меленькая. Угу. Ё-моё, как его вытянуть? Дома вытянуть. Как же? Клюет хорошо, начало клевать. И перестала. Да. 15-14. Так, давай. 15 минут. Да, хорошо. Что такое? Может, там уже ничего нету? Да не есть. Чик. Чик. О, о. Что-то клювало. Опарика съела. Угу. Клювало что-то. Чик. О, что-то такое. Чуть-чуть крупнее, чем. Ну, как крупнее. Кажется, да. Хотелось бы покрупнее. А и так хорошо уже. Уже не просто приехали. Да, у Юры пиво заказано. Угу. Не клюет. Клюет. Да, тут можно всей семьей наесться. Там вообще. Да хотя бы один бы попался нормальный. Такой, что там с килограммчик. Ой, да, Санек.
Ух ты, ля. Какая-то пища. Сейчас все запутает мне. Вот таких пару штук пожарить тоже хорошо, кстати. Еще нет, Ваня дома, все хорошо, покушал. Хорошо. Вот ва подошла, Санек. А у меня нихуя не подошло. Мормышка, походу, крупная. Тебе надо заехать таких мормышек купить, вот этих, как у меня. На них. Даже независимо от толщины лески, оно ловится все равно. Что клевало, клевало. И перестало. У меня там тоже пару плотвичек есть таких хорошеньких. Угу. Восемь, да? О, есть. Есть. Опа. Получше, да, Санек? Ага. Хорошо так клевало. 9, у меня 10. Отлично. Сравнял. Ага. Одиннадцать. Окунь. А, у меня мормышка просто пустая. Думаю, что оно не так часто клюет. Отлично. Мелкий, мелкий. Окунь мелкий. О, что-то покрупнее у меня попалось. Так. Да, да.
Что-то крупное. Глянь. Хороший. Окунёчек. Окунёк. Такой, да? Грамм 200, наверное. Сань, я уже сбился со счета, если честно. 12. У меня было, но у меня сорвалось. Это считается или нет? Ну да. Ага. Я по два. Ты две мормышки сделал? Не, я имею в виду два червя. А, по два? Все равно мы их никогда полную банку не используем. Я хорошо хоть леску взял толстую, потому что вот такое что-то крупное попадется, оно может оборвать. О, нормально. А. Ну да. Ага. У меня есть. Да. А, уже нету. Все, пошла. На дно. Уже нету. Да, затихло, Саня. Поклевочка. О, что-то есть. Что-то сегодня есть. Опа, стандарт.
Да, они все как один, одинаковые, блин. Ну там где и один окунь, там их и десятки. Так что они стаями ходят. Да что такое, блядь? Давай, 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 давай. Какая-то походу подходит, крючок большой. Ага. И ничего не происходит. Этот кивок у меня, конечно, плохой на удочке. Кивок плохой на удочке. Да, от кивка много зависит. Подобрать вот этот баланс, знаешь, там типа. Подсечь, кивок, да. И вес. Угу. Можно просто пройти сюда метров 300, попробовать там. Ну да, да. Так, ребята, такая рыбалочка сегодня. Дивимось видео, наслаждаемся. Окуня клюют. Просто прекрасно. Погодка замечательна. Вот так вот. Дивимось видео. Ой, так. Сейчас возьмем мормышечку. И будем ловить. Поставил опарыш, закидываем и все. Что там, Сань, клюет? О, отлично. А тут перестало клевать. Ага. Ну хочешь, пока поменяемся? Я половлю. Сейчас, сейчас.
клювало, клювало и перестало. А что такое? Непонятно. Что, тебя клюет, Сань? И меня затихло. Не, ну клювало только что, хорошо. Есть. 14. 14. На упорыша. Да, плотвы у меня ни одной нету. Большой, да? Что ж такое? Клювать клюет, а этот не цепляется. Есть. Что-то есть. Одну взял. Взял одного окуня. Да, течением сразу уносит.
У меня пошла поклевка уже заново всю. Ну, поклевка пошла. Видимо, в них был это перекур. Есть, да, Сань? Есть, есть, все тут клюет. Есть и крупные окуня. Есть. Ага. Вот бляха.